Наверное, больше времени займет конечный босс-файт с этим. Не совсем понимаю, насколько приличные вопросы вы задаете. В общем, изначально у нас есть четыре игровых персонажа. Это Лара, Исида, богиня, как и Гор, что мы находились в заточении в темнице Сета. И еще один археолог — это Картер Белл. Сейчас катсцена была рассказывающая как раз-таки о том, что действие происходит у нас в египетской пустыне, где недавно был обнаружен храм Сета, бога хаоса, что некогда правил Египтом, после того, как убил своего брата Осириса и подчинил себе других богов. Но в какой-то момент ему стало мало. Так, он сейчас должен получить damage boost и перелететь. Да, получилось. Он преодолевает забор и доходит до катсцены, где мы встречаем Сета. Вот. И сейчас они будут выходить в оба. Отлично. Как убил своего брата Осириса и починил других богов. Вот. Египта ему стало мало, и посему он решил отправиться в мир мертвых, чтобы собрать армию. Вот изначально Лара встречает Картера Белла, такого же археолога, отправившегося на поиски посоха Осириса. Вот, но Картер успел заполучить посох первым, а мы тем временем удачно вывалились в УБ и проходим часть локации в УБ, соответственно. Вот, но когда Картер берет посох, он запускает таким образом механизм, активирующий ловушки, и также освобождает двух богов, Горе и Исиду, что пошли против воли Сета. Так, всей командой мы сейчас должны собрать, по сути, осколки части Осириса, чтобы воскресить его и свергнуть Сета, не позволив ему захватить мир. Но мы эти механики пропустим немного. Осириса собирать не будем, но в конце концов вызовем его. Потому как игра будет думать, что в связи с тем, что мы добрались до Сета, значит, у нас есть все необходимые предметы. Так, а сейчас мы проскипали катсцену. Если не путаю, здесь мы также должны встретить Собек, что будет преследовать нас на протяжении всего пути. Также божество в виде аллигатора, что подчинилось Сету. Сет выпустил на нас различных врагов, монстров и богов, что таки подчинились ему. Так. И вот мы увидели Собек. Конечно, можно пройти игру и одному, но как бы в кооперативе веселее. Более, как раз сейчас Лара помогла залезть и Сиди наверх. Попутно развлекается как могут. Один игрок умирает, второй проходит, соответственно, чтобы камера не меняла свое положение. Проходим ловушки и в какой-то степени бежим просто в прямое. Сейчас самое важное одному из раннеров преодолеть этот уровень, чтобы да, подняться наверх и автоматически затем второй игрок переместится. Это сцена с Собеком, что все никак не может до нас добраться, и мы уже подходим. Все ближе к финальной локации. Здесь нам необходимо будет вот по невидимости не добраться до триггера катсцены.
чтобы попасть. Не получилось. Чтобы попасть в следующую локацию. Как-то не очень гладко. Но вот он вышел. Так, и сейчас нам вновь нужно будет, по сути, клипнуть через дверь, чтобы коснуться триггера. И вот мы уже оказываемся на финальной локации. И здесь у нас будет проходить бой с самим Сетом. Попутно мы будем активировать. In front of you people, so like that's really great. Like I'm устройство. Really happy about that. You know, like that was last year's winter on site, and yeah. Yes, I did it. I won. I'm proud. И окружённые множеством монстров вызывать Осириса. Что будет наносить неимоверный урон на Сету. So that's what we are doing. We are trying to kill some. Блин, меня так забавляет, что здесь японская озвучка. Or whatever. Like enough. От этого игра в этом начинает эпичнее выглядеть. Отлично. Еще немного, и Сет будет побежден. Мы активируем устройство. Призываю его. И использую как раз-таки посох Осириса для этого. So 4:44, and yeah, I learned earlier that there was ammo in this game. Time. Easy. И Сет побежден. Время. So all our practice time were around that time. Just saying. Who won? Thank you. He did. Of course. Yeah. So you. Rock pepper. All right. So I guess now we can just keep this cutscene and say like all thanks and also you can go. Не знаю, настолько ли это эпично, как и финалка с небольшим оверстимейтом. Но мы уложились в время. Usually you're not supposed to go to the final boss right after the tutorial level, but in co-op you can, and that makes the run pretty cool. Thank you. Okay. Yeah. Но я под конец убили Сид. I know nothing. I just do what he taught me. So yeah. As I said, like I discovered earlier that there was ammo in this game. So, oops. So thanks a lot everyone for watching. Как сейчас один из раннеров говорит, что он ничего в игре не знает, и просто делает то, что говорит второй раннер. Yeah. All good. So yeah, thanks everyone. That's it for us at this like at this marathon. But keep watching and yeah, let's try to raise 100k. So thank you very Dogmits. Much. Dogmits отвечает Dogmitsу. I do have one quick thing before you guys go. Yes, sure. $5 from Zet. Hey Kadarev, top dog at ESA Summer. I tried. My 9-hour run was not. То ж, и мы ожидаем Cuphead. Maybe, but I'll try again. I'll try maybe again. For stream two, you never exactly. know. Right, we'll be transitioning over to the intermission. Coming up next is Cuphead, run by Kurifar. We'll see you guys very soon.